Добрый день, дорогие друзья. Я приветствую вас у себя в гараже, как ни странно, да, ну и также на своем канале. Мы продолжаем играть в Car Mechanic. И сегодня у нас необычный клиент. Клиент, который ехал вроде бы как с вечеринки, насколько я понял, но судя по тому, как он ехал ночью, он не заметил канализацию. Вот. Ну и клиент говорит, чтобы мы посмотрели все неисправности и устранили их. Так, ох, ничего себе, он говорит, попал в канализацию. Смотрите, полностью вот эта вся шарнирная часть ходовая улетела. И также смотрите с этой стороны. То есть получается, он левой стороной стукнулся. Вот, если смотреть по правой, то правая в порядке. Так, слушайте, интересно. Ну и как мы можем видеть, немножко и глушитель подбился. Ну и задели немножко радиатор, видим, да? Вот. Давайте, собственно говоря, приступать. Это у нас сюжетное задание. Посмотрим. Ёлки-палки, здесь полный комплект. Так, ну что ж, поехали. Значит так. Начинаем со снятия колес. Снимать будем пока что только вот эти левые два. В принципе, те, ну, нет необходимости. Вот, у нас почти 30 уровень, если вы можете видеть. А как вы знаете, на 30 уровне у нас откроется лакировочная. Вот, и наконец-таки мы тогда сможем красить автомобили. Разукрашивать их в разные цвета, там различные дизайны составлять и также выполнять заказы по данной категории. Вот, так, что у нас здесь, что держит? Соединительная вот эта тяга, ее тоже надо снимать. Я за кадром немножко поигрываю, вот, потихонечку набираю уровень, ну и в серии будем рассматривать только те моменты, которые нам нужны, например, повышение уровня, вот, или что-то еще другое более интересное. Кстати, связывался я с этой самой свалкой, со свалкой металлолома. Ребята говорят, что обещали завести какие-то интересные машины, ну, которые уже на списание. Говорит, заходи, если что, можешь там себе что-то выбрать. Я говорю, конечно, обязательно зайдем, посмотрим, но не сегодня. Это будет в дальнейших видео, мы пойдем посмотрим. Вот, что же там интересного у них понапривозили. Говорят, что-то необычное и довольно-таки интересное. Вот, конечно же, мы пойдем. Так, главное, чтобы у нас были детали под эти автомобили, которые у нас еще не были. Вот, надо будет посмотреть, совместимы ли они вообще с нашим автосервисом, что называется. Может, у нас вообще вот таких деталей нету, да? Так, извиняюсь. Здесь у нас, смотрите, получается половина хороших деталей, половина убитых. Но я смотрю, смотрите, состояние автомобиля довольно-таки неплохое. Вот, судя по вот этим хорошим деталям, да, довольно-таки неплохо. Так, разобрали мы все части поломанные. Так, теперь давайте посмотрим, сможем ли мы это все отремонтировать. Так, ремонтируем только поломанные детали, нам это не нужно. Вот, вышло обновление игры 1.4.8. вот, кто не знает, добавили наконец-таки воркшоп в стиме, то есть модификация. Так, интересно, у нас есть кулак тип, а нету, слушайте, надо заказывать. Переходим в магазин. Так, это у нас кулак тип А. Вот он. Так, устанавливаем.
Ну и поехали. Поехали, в принципе, операция. Так. Кожух. Кожух у нас. Погодите, что у нас? Закончились кожухи. Кожух шарнира, кажется, да, там у нас получается. Задняя седа. Давайте заднюю заберем и на всякий случай. Точнее переднюю и на всякий случай заднюю. Так, ступица у нас есть. Отлично. Так, тормоза. Что-то я давно не закупался. У нас очень много деталей, которые нуждаются в закупке. Так, а вот насчет колодок я там не помню, что у него было. А в принципе это вот эти, которые мы сняли. Скорее всего. Скорее всего. Так, далее. Здесь у нас что идет? Подшипник. Так. Передний ведущий мост типа H. Так, H что-то новенькое. Я такое еще не встречал. Так, смотрим. Передний амортизатор у нас, смотрите, пружина в хорошем состоянии. Нужно заменить сам передний амортизатор и вот эту вот тарелку. Так, а вот что касается сайлентблоков, здесь я не буду лучше рисковать, чтобы потом не снимать заново. Давайте все-таки купим. В принципе, у нас есть, вы сами видели, да, какого состояния. Есть 90, вот 88, отличный, просто прекрасное состояние, но неизвестно, нужно их ставить, то есть я имею в виду, нужно ли ставить стопроцентный, или у нас вышла из строя только вот сама вот эта рама. То есть это неизвестно. Так, далее. Передний амортизатор у нас есть. Точнее, должен быть. Смотрите. Передний амортизатор. Пружина. У нас нету вот что. У нас нету вот таких вот. Это у нас подшипник верхний. Так, ну все, теперь можно устанавливать. Раз, два и три. Так, отлично. Этот, в принципе, можно было разобрать сразу же и снять оттуда пружину. Но ничего страшного. Поставим все новенькое. Вот, все-таки от нас требуют же стопроцентный ремонт. Значит, стопроцентный. Так, здесь, кажется, родная у нас была. Дальше, рулевая. Рулевая у нас нету в наличии. Давайте сразу две штуки такого и две штуки такого. Вот. Так, ну и напоследок там дают уже поставить колесо. Но, как вы знаете, колеса у нас тоже были повреждены, поэтому пока что не будем спешить. Так, пожалуй, это я добавлю в заметки, чтобы потом купить. Так, мы переходим вот к этой части. Сюда можно впихнуть вот такие. Угу. Так, отлично. Далее. Задний амортизатор.
есть. Далее. Далее у нас ступица. О, ступиц у нас много. Так, слушайте, а ну-ка давайте-ка, знаете, что сделаем? Давайте вот так поставим звездочки на те детали, которые именно нужно заменить. Понимаете, у нас проблема в том, что, допустим, вот та же ступица, да, неизвестно, была ли она у нас повреждена или нет. Так, ой, нам надо вот в эту часть, и мы сейчас проверим. Так, у нас подсвечивается. Ступица не подсвечивается, то есть вы сами видите, да? Значит, ее можно поставить баушную. То есть вот такую. Так, это у нас также не подсвечивается. Ставим баушную. Далее. Вот диск, смотрите, диск уже подсвечивается. Значит, здесь вставим новый. Колодки не подсвечиваются, ставим баушные. Ну и суппорт. Вот суппорт точно нужно. Так, а его-то у нас нету. Так, 100%, но и поршень уже его родной будет. Так, отлично. Далее, подшипник. Нужно ли менять подшипник? Вот с подшипником немножко непонятно здесь. Так, а ну-ка. Нет, это у нас не подсвечивается. Ставим его родной. Так, давайте снимем немножко эти галочек там, где мы уже поставили. Так. Рычаг задней подвески длинный. Так, просто пишем рычаг. Вот так, задний. Подвески длинный, вот он. Отлично. Рычаг задней подвески тип Б. Вот он. Сразу же тоже надо было его взять. Ну, здесь уже ставим, какие есть. Так. Далее, вот. Вот сюда вот. Вот это у нас есть, отлично. Ну и устанавливаем пружину. Тарелку берем. Ну и вот здесь у нас задняя пружина идет. Так, ее нужно новую. Так, передняя, задняя. Так, ну и закрываем это все опорой. Так, смотрим, что еще здесь мы не поставили. Так, здесь все есть. Ну и остается выхлоп. Выхлоп давайте. Так, я не понял. Выхлопная труба, задняя опора амортизатора. Погодите, задняя опора амортизатора, рычаг задней подвески верхний. Смотрите, что получается. Получается, что он подсвечен,
Значит, мы что-то здесь не так сделали. А именно, да, он должен быть 100%. Так. Давайте возьмем рычаг. Верхний. И посмотрим, что у нас здесь по списку. Выхлопная труба. Обычная. И задний глушитель. Так, R4 нам нужен. Вот он. Сразу же поставим. Так, здесь новенькие. Ну, насчет сайлентблоков ничего не говорили, значит, в принципе, можно поставить такие. Я надеюсь. Так, теперь смотрим. Да, теперь все нормально. Так, глушитель устанавливаем. Трубу также устанавливаем. Так, здесь снимаем. Ну и остается что у нас? Диски. Там радиатор. Задняя опора амортизатора. То есть вот это что ли? Да. Ее надо было новую поставить. Так, берем. Все, отлично. Снимаем. Так, это у нас диск Classic 6. Так, еще раз проверяем. Здесь мы вроде бы все установили. Все, что нужно было. Так. Переходим в двигатель. Вот сюда вот. Для этого нам нужно вот здесь вот освободить вентилятор и радиатор. Так, и что-то, кажется, там еще. Еще две детали. Три детали. Интересно, где бы что могло быть? Вот это проблемка сейчас. А, вот они. Смотрите, сайлентблоки. Ну-ка, а вот здесь сайлентблок вот этот вот, который там вот прячется под... А, его и нету. А, нет, есть, есть, но он в плохом состоянии. А вот эти детали, которые... которых не было в списке. Так, проверяем тщательно. Отлично. Так, и надо проверить заднюю часть. Обязательно. Задняя часть, а именно вот он. Так, все, теперь все прекрасно. Смотрим, можем ли мы что-то ремонтировать. Нет, не можем. Так, что у нас есть? Радиатор у нас есть, кстати? Нету. Радиатор тип А. Так. Ну и дальше все по стандарту. Так, что у нас еще по списку? По списку вроде бы... А, ну все, только диски остались. То есть прекрасно. С работой справились. Так, а теперь вот что я хочу посмотреть. Здесь у нас стоит вот такой размер покрышки. Давайте я сейчас запишу. Это у нас 225... 40 и R18. А, вот что. Ой, погодите, нет. Мне нужно посмотреть именно по складу диски. Что это такое? Плюс один. Группа. А, нет. Что за покрышка здесь? А, для этого нам нужно тогда, получается, разобрать. Разве так? Вот,
Хорошо. Пока у нас это все разбирается, я предлагаю сгонять в магазин. Так, что у нас получилось? Диски, кузов. Нет, нам нужно... покрышка. Она у нас вообще... В какой части находится? Покрышка. Вот, смотрите. 225. А, нет. Покрышка спортивная, вот что я хотел узнать. В принципе, смотрите, покрышку нам не нужно покупать, нам нужно купить только диски. Все. Для этого выходим. Classic 6, да, получается. Там было. Вот они, смотрите. Пожалуйста, дайте нам два диска. 18 размер и осадка 0. Вроде бы как. Так, отлично. Давайте смотреть. Значит, у нас имеется... А что вот это такое? Откуда у меня такая штука появилась? Надо будет посмотреть. Так. Сразу же ставим на балансировку обязательно. Конечно. Так, и создаем еще один. Вот так вот. Ну и считайте, в принципе, на сегодня у нас заказик выполнен. Вот на таком вот кабриолете. Смотрите, это даже похоже немножко на Mercedes. Ну, чуть-чуть вот. Фарами, да? Решеткой. Так, и второй. Второй диск тоже. Так, отлично. Сейчас проверим по состоянию и, в принципе, можно заказ отдавать. Так, что у нас здесь? Так, отлично. Прекрасно. Так, ну что, смотрим. Так, состояние идеальное. Точнее, выполнение по списку. Смотрите, все готово. Доход 5000 с чем-то. И даже премию, смотрите, дают. Еще одна премия. Вот, ну что ж, завершить. Плюс там сколько-то, 150, кажется, опыта дали, если я не совсем рассмотрел. Вот, ну и в общем, еще чуть-чуть, немного, и мы достигнем 30 уровня. Но это у нас не все, у нас же есть еще. Смотрите, 30 уровень — это только вот эта часть. У нас есть 35, 40, 45 и 50. Ох, не знаю, как я буду до него идти. Довольно-таки трудно, я вам скажу. Дается набор опыта. Вот. Пока что вот такие вот заказы у нас идут. С тормозами, кстати, надо брать. Потому что здесь всего лишь одна деталь. И это все можно быстро выполнить. И опять же сюжетные, смотрите. Так, ну что ж, ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем всего.